За профессионализм и служение Отечеству Вячеслав Битаров в преддверии профессионального праздника вручил государственные награды полицейским. Два сотрудника силового ведомства получили из рук главы медали во славу Осетии. Слова благодарности Вячеслав Битаров выразил ветеранам службы. Хочу обратиться к ветеранам Всероссийской полиции. Ваш опыт, знания, навыки и сегодня востребованы и остаются той высочайшей планкой мастерства, к которому должны стремиться молодые сотрудники. Будем всегда помнить имена героев, погибших во время исполнения своих обязанностей и профессионального долга, ценой жизни предотвративших готовящиеся злодеяния и остановивших преступников. Коллег поздравил министр внутренних дел Михаил Скоков. Руководитель ведомства подвел некоторые итоги работы. В этом году увеличилась раскрываемость преступлений. Хороших результатов удалось добиться еще по ряду направлений. Тем не менее, проблемы остаются. Первостепенная задача – повышать профессионализм, заслужить доверие граждан и ответственно относиться к делу, работая в тесном контакте, подчеркнул Михаил Скоков. Поздравляю и уверен, что те результаты, которые сегодня достигнуты, мы их будем приумножать и создадим те условия для комфортного проживания граждан на территории республики. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, деятельность отмечена признанием и уважением людей, и всегда над вашей головой будет спокойное, мирное небо. Уважаемые коллеги, служите с честью, будьте достойны высокого звания сотрудника Министерства внутренних дел Российской Федерации.